При проверке данного участка было выявлено, что дорожные знаки были установлены в полном объеме. Также были установлены нарушения требования ГОСТа. И также, соответственно, отсутствовал регулировщик на данном участке, что предусмотрено инструкцией УДМ именно на таких участках, где организовано такое движение. Сейчас выявлены недостатки, все устранены, то есть движение организовано. Просьба к водителям также обращать внимание на временные дорожные знаки, которые на желтом фоне, и руководство ими.